Ну, Елену Веснину вы все знаете, олимпийская чемпионка по теннису. Ну, а я, Леонид Агусь, наверное, тоже что-нибудь слышали обо мне. В общем, прикол в том, что мы только что выиграли теннисный турнир. Первое вот. Место, да. Да, Елена немножко потренировал. И у нас получилось вот. В очень сложном финале мы победили Надежду Субботину и Катерину Макарову. Да, вот таких вот, между прочим, девушек. Да, да, да. А это вам не кукра-мукра. Вот, так что вы нас поздравляете, я надеюсь. Вот, а я совершенно счастлив, потому что я никогда не участвовал в теннисных турнирах. И сразу чемпион. Ура! Мир и добра. Всем. Всем.